никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении он отметил, что большинство россиян поддержало спецоперацию. Российский бизнес направил миллиарды рублей волонтерам и благотворительным фондам для поддержки бойцов. При этом Владимир Путин признает, что проблемы в армии есть, но есть и понимание, как их решить. Работа идет непрерывно на фронте и в тылу. Также глава государства напомнил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и наш выбор разделяет большинство людей в мире. Президент объявил о запуске нового нацпроекта «Семья». Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь не менее 75 миллиардов рублей. Более подробно о тезисах послания Владимира Путина смотрите в наших вечерних выпусках.